Обращение с отработавшим ядерным топливом на площадке государственного специализированного предприятия «Чернобыльская атомная электростанция» осуществляется в соответствии с лицензией Госатомрегулирования Украины. В настоящее время «Хаят-1» обеспечивает безопасное хранение всего отработавшего ядерного топлива реакторов типа РБМК-1000 из 1, 2 и 3 блоков ЧАЭС. В этом году в рамках реализации плана повышения безопасности на «Хаят-1» персонал ЦО «Аят» принимает участие в реализации проектов технического переоснащения кабельного хозяйства, строительства новой системы радиационного контроля «Хаят-1» и проекта технического переоснащения «Хаят-1» в части замены силового оборудования систем освещения и связи, а также завершен проект технического переоснащения системы молниезащиты здания «Хаят-1». Хранилище отработавшего ядерного топлива принято в эксплуатацию в сентябре 1986 года. Это хранилище мокрого типа, то есть тепловыделяющие сборки выдерживаются под слоем воды. Мокрое хранение позволяет контролировать состояние топлива. Параметры воды поддерживаются с помощью простых и надежных технологий. Вода обеспечивает необходимую биологическую защиту при хранении АЯТ и выполнении технологических операций по загрузке топлива и выгрузке его из бассейнов. «Хаят-1» состоит из 4 рабочих и 1 резервного бассейна. Топливные кассеты хранятся поштучно в специальных трубчатых пеналах. Проектный срок эксплуатации «Хаят-1» истекает. Именно поэтому на площадке построено хранилище «Аят» сухого типа «Хаят-2».